21 марта первый заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник провел очередное выездное совещание на строительной площадке крытого бассейна в микрорайоне Московка-2. Сам бассейн у нас строится в рамках национального проекта демографии, федерального проекта «Спорт – норма жизни». И он как раз предусмотрен для такого массового занятия спортом, чтобы все желающие вокруг могли приходить. Здесь будет 25-метровый бассейн, здесь будет 10-метровая детская чаша. И поэтому уже начиная с самого юного возраста жители Московки смогут приводить своих детей обучаться плавать. И особо хочется отметить контроль губернатора над этим объектом, потому что он строится, особое внимание для этого объекта всегда находится на личном контроле. И такой объект просто нужен в Московке. Когда выбирали место, посмотрели, и вокруг вот есть в начале Ледовый дворец имени Кожевникова, наша спортивная школа, но она одна на такой огромный микрорайон, а бассейн – это все-таки совсем другой вид физической активности, и он просто необходим жителям. Это, наверное, единственный микрорайон, где нет у нас бассейна. В здании площадью почти 5000 квадратных метров разместятся два бассейна – большой и малый. Проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы осуществляются компанией «Артремстрой». Мы проводим фундаментные работы, армирование, водоотведение, канализация, наружные сети все прокладываем инженерами. На данный момент у нас только вот на бетонных работах порядка 30 человек работает. Ну и сейчас чем больше будет работ производиться разных, тем больше будет людей. В ближайшее время подрядчик начнет бетонирование площадки, а затем приступит к возведению каркаса здания.